Всем привет, друзья, с вами Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, а это реакция на короткометражный фильм «Гог». Меня уже давно просили посмотреть, и периодически я вижу комментарии типа «зацени, зацени, зацени». Давайте заценим первую серию, посмотрим, что кого, как, и если эта реакция наберет много просмотров, посмотрим вторую. Так что, если что, поддерживайте лайком, пишите комментарии, отправляйте друзьям видосы. Я не знаю как, ну, короче, надо как-то попасть в рейки, я думаю. Все просто. Даже непонятно пока, как расшифровывается ГОК. Типа какой-нибудь государственный орган коррупции. Кто это сделал? Человек, на которого я работал. Ему не нравилось, что я много говорю. Дальше. Он еще больше не любил, что я говорил правильные вещи. Что он хотел? Хороший ход. Нам нужно решить этот вопрос с комбинатом. Если это тот же самый, там оснований нет, подсудность не та. А кто он вообще такой, а? У нас что-нибудь есть на него? Да чистый пидорас, не подкопаешься. Мы пока ничего не нашли. Ну так найди. Ты уже достаточно накормлен по этому вопросу. Когда ты про меня просил, я решал твои вопросы. Теперь ты решай. А, Сикер, там тоже не все так просто. Башкир к нему приходил, предлагал продать долю в ТО, он отказался, упертый, сука. И что дальше? Что будем делать? Ну, по-нашенски, по нашей схеме раскачаем, потрясем, пару дел подкинем. Нормально. Ну, надеюсь, все по закону будет? Конечно, обижаюсь. Атлет! Атлет! Да, шеф! О, завтра езжаю на этот комбинат и, в общем... Начинай процесс. Понял, шеф? Давай. Хороший звук. Ну, озвучка. Голоса. Обидно, когда твои соседи продают твой дом чужакам. Все те, кого ты перечислил, только они при делах? Нет. Кто еще? Я как раз еду с ними навстречу. Понял. Все по плану? Да, все как обсуждали. Одна просьба. Рабочих сразу не увольняйте. Ну, дождитесь, пока я пойду на повышение. Все будет нормально. Я думаю, надо начинать. Что-то мутят. Хотелось бы побыстрее начать работать. Это будет выгодно для всех. Мы около года назад обратили внимание на ваше месторождение. Оно нас очень заинтересовало. Ваш продукт нужен для нашего завода в Китае. Вы знаете, я уже подустал от этого бизнеса, от этой страны. У меня к вам предложение. Оно вас приятно удивит. Вы можете забрать год полностью. Что вы имеете в виду? Уточните, пожалуйста. Я предлагаю выкупить горно-обогатительный комбинат полностью. Там же
你知道吧，这咱们干的第一件活的意思。是，他想把这矿全部卖给咱们，关键是他是俄罗斯人，他还不是100%的股东。假如说咱们全买断了，还这个人怎么说？ Вам это интересно или нет? 对这个项目感不感兴趣？感兴趣。Интересно。那你跟其他股东怎么办？ А как же вопрос с другими собственниками? Мы знаем, что вы не полностью владеете ГОКом. ГОК будет ваш. Я решу все вопросы. Марк! Вот про какой дом говорилось, когда продавали чужакам. Я решу этот вопрос. Местная власть все равно у нас на прикорме. Я открою свою фирму в Казахстане, а затем передам ее вам. Как вы на это смотрите? 情况我们了解了。最近怎么过年？需要多少钱？во сколько нам это обойдется？деловой подход。是就是商务谈判。во-первых。第一。это наша прибыль。是我们的利益。а во-вторых。第二。местных чиновников нужно прикормить。да, у них большой аппетит。это можно не переводить。具体多少钱呢？сколько？ Порука. Предложению Башкира вам нужно прислушаться. За вашу долю предлагают немало денег. Или мы с вами этот вопрос будем решать по-другому. Вот и начало нового дня. У меня на заводе работает 300 рабочих. А вы предлагаете их выгнать на улицу. А у них кредиты, ипотеки, семьи. Их кормить надо. А люди и так будут работать. Хуже, лучше. Какая разница? Слушай, а почему я должен продавать свой бок? А завтра семью, а послезавтра родину? Я не согласен. У вас уже 14 уголовных дел. Еще открою. За хищение, за халатность, еще за что-то. Вам это надо? У нас у власти всегда на один патрон больше, чем у вас. А ты меня не пугай. Я уже пуганный. Я этот завод собирал по крупицам. Он для меня как ребенок. А вы? Мужик классный вообще.
Вы бы сами что-нибудь своими руками создали. Пробовал? Дело говорит вообще. Так что давай разойдемся без скандала и закончим этот разговор. Я актер классный. До свидания. Да вообще тут все, походу, актеры классные. Игра актеров прям. Ну что, срубим? Давай. Достал меня этот, блядь, Добронравов, а? Надо по-любому его убрать. Отобрать лицензию уже, в конце концов, а? Ну, я чем могу помочь? К тебе обратятся русские. Принимай их в сторону по первой, второй, третьей инстанции. И тормози работу, чтобы сами разбежались. О! Отлично! Асыки, ну как ты себе это представляешь? Поменяй директора. Наложи запреты через определение. Ну, в общем, сделай так, чтобы им жрать было нечего. Асыки, вы меня, конечно, извините. Но в таком случае около 150 семей останется без работы. Это же наши люди все-таки. Наш регион. Ты, блядь, чей помощник? Мой? Или его? Асыки, конечно, ваш. Я к тому, что, может, все-таки сохраним комбинат. И стране польза, и людей жалко. Жалко? У пчелки. Налей. Извините за опоздание. Я с процесса не успела даже переодеться. Там то дело на судейской коллегии рассмотреть надо. Чего тянем? Там же есть убытки. Нет, они подписались как участники. Решение областного суда нормальное, но они до сих пор госпошлину не заплатили. Это в интересах государства, в частности, вообще тебя не касаются. Твое дело мне перекинуть дальше, я сам. Ну, может быть, вы тогда меня поменяете на кого-нибудь другого? Я тебя вообще нахуй поменяю. Тебе до пенсии сколько осталось? Нормально хочешь доработать? Конечно. Все, давай, пошла работать. Хорошо, я поняла. Блять, столько лет работы, и все, целку из себя строю. Так, теперь ты... Короче, придет тебе человек от меня, там надо все порешать. Угу. А что за дела? Уголовные, административные, хозяйственные? Ну, там хозяйственные, гражданские, не суть вообще. Угу. Ну, там все равно. Да в том-то и дело, что нет. Короче, там не одно дело будет, 5-10, неважно. У них оснований нет, подсудности нет. Жарай. Сколько? Вот ты рот так широко не открывай, порвется. Я твои проблемы решал. Все, субботник для тебя. Ты когда этот коронавирус в столицу привез, кто тебя отмазал, ты забыл? Чего ты опять начинаешь? Я за тот момент давно все закрыл. Ты много на себя не бери, да? А то я тебя знаю. Ладно. Все, давай. Дурдом какой-то. Шеф, удобно говорить? Говори, Марк. Наши люди не могут подвинуть директора завода. Борыса или кто? Аким на месте? Все детали смазаны. Да все смазали, шеф. Даже мелкие? Мелкие детали тоже. Этот зам Акима слить нас пытался. Язык у него слишком длинный.
Так подрежь ему язык. Или скажи Акиму, чтоб держал его в узде. Ты можешь решить вопрос по ГОКу или нет? Там рабочих 70 человек собралось. Наши люди не могут попасть на ГОК. Блять, дай им денег. Тебя что, учить? Они не берут деньги, стоят на своем. Я не знаю, можешь отключить электроэнергию, что ли? Ты должен держать этот ебаный ГОК под своим контролем. Юрий Саныч, у них крыша еще зимой рухнула из-за перенагрузки. Эти отморозки работали в минус 35, умудрялись по 200 тонн в месяц выдавать. Да мне похуй, что они там делали! Потряси этих бездельников! Если надо, надави! Или прибавь там еще бабла! Я не знаю, реши этот вопрос. Хорошо, шеф. А с этим что сделать? Марк, не еби мне мозги. Не сделала. Вы взяли у нас деньги. Там и не выполняли работу. Ваши люди тоже высосали у нас деньги. Прошло очень много времени. Понимаете? Там не совсем простая ситуация. У вас же были планы. Вы рисовали нам схему. У нас сроки горят. Сроки до конца лета. Вы должны передать нам ГОК. Вы же получили аванс. Да, ну... Мы уже дважды пытались договориться. Но там работают очень сложные люди. О чем вы будете лучше, не мама? Власти вас не поддерживают? Чтобы вы понимали, я и есть власть. Мы день и ночь занимаемся этим вопросом. И поэтому вам придется доплатить. Асике, давайте сделаем так. Я отправлю туда своих лучших людей, и они урегулируют этот вопрос. От вас только нужно будет, чтобы правоохранительные органы на все это закрыли глаза. Точно сможете решить этот вопрос? Все, кините. Мы вам доплатим. Сванима. Надеюсь, вы сможете окончательно решить эту проблему. Александрович, ГОК наш. А с этим что делать? Понял. Да. Темную устроить. Быстро у нас в стране меняются приоритеты. Но всегда, в любом деле, должен быть кто-то крайний. Что было дальше? По-тихому не получилось. После второй попытки захвата ГОКа один из рабочих повесился. План был в том, чтобы объявить предприятие банкротом и перепродать китайцам. Но Добронравов нарушил эти планы. Достойный мужик. Настоящий патриот. Понимаешь? Мужик. И люди его уважали. Все, что ты мне сейчас здесь рассказал, подтвердишь судья. Знаешь, пока мы здесь с тобой болтаем, продается какой-нибудь другой ГОК. Или завод. Земля.
Ну, да подожди! Может быть, в каком-нибудь красивом особняке твое начальство продает будущее твоих детей. Вот так вот! Вот так вот! Вот так вот мы идем! Наше светлое будущее! Алга, Казахстан! Алга! Алга, Казахстан! Вы все обречены на печень. Навечно система дифферам короля уже не лечит. Была ли принципу битву и ужас? А, Балбаев. Я подумал другой. Офигеть. Слушайте, я приятно удивлен. Очень крутой. Очень крутой короткий метр. Сейчас. В любом случае я посмотрю вторую, третью, четвертую. Сколько их там, я не знаю. По-любому надо будет смотреть. Очень крутая игра актеров. Классный дубляж. Вообще все очень круто. Вот, ну, делали профессионалы. Поэтому я это в любом случае заценю. То, что в коротком метре происходит, к сожалению, правда. И это очень печально. Очень печально то, что вот так вот, что вот такое творится и у вас, и у нас, и вообще везде, по-моему, в России и в ближних государствах. Вот. Короче, классный фильм. Я до последнего думал то, что мент-то хороший. А оказалось, нет. Я думал, блин, ну неужели вот он как-то ему поможет? Но походу то, что нет. Нифига никак. Это очень печально. Вот. Чё я так обрадовался, то что это ужас? Я думаю, это ужас Нурбай, который Саке снимал. Но это не тот. Да. Вот, в общем. Круто, заценим обязательно еще. Как вам реакция? Я, наверное, больше что-то должен был сказать. Ну, скажу в следующей серии. Вот, реакция. Короче, все, всем пока, спасибо, я побежал. Check it out.